Всем привет! Меня зовут Маргарита, и я являюсь ведущей женских встреч в Аппенцель Аусероден. А вы знали, что мы предлагаем женские встречи на разных языках? На таких собраниях женщины собираются в непринужденной обстановке, обмениваются информацией на родном языке, вместе посещают кафе, библиотеки или музеи и, конечно же, обсуждают важные темы на нашем родном языке, а также в ходе личных встреч. Мы можем с вами обсудить такие темы, как работает школьная система, культурные вопросы и социальные контакты, как добиться признания вашего диплома, как можем профессионально развиваться или найти хорошую работу, или как работает страховка и так далее. Я всегда в вашем распоряжении для вопросов на русском языке, а также вне встреч, по телефону. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Никто не должен быть неуверенным в себе, чувствовать себя одиноким или быть неверно проинформированным. Также наш кантон предлагает много возможностей, которые вы, возможно, еще не знаете. Например, знакомы ли вы с информационным бюро по интеграции, сокращенно INFI, в кантоне Аппенцель-Аусероден? INFI доступна для всех людей, мигрировавших в Швейцарию, чтобы ответить на ваши вопросы. Всегда очень важно знать, где можно получить полную и понятную информацию, или откуда ее можно получить. Знаете ли вы, к примеру, что кантон субсидирует продвижение языка в дошкольном возрасте, или что он предлагает курсы немецкого языка со скидкой, или, может, вы хотите практиковать профессию, которую вы получили у себя на родине? С помощью INFI мы можем показать вам, как это осуществить. Свяжитесь с INFI или со мной напрямую. Буду рада общению с вами. Ниже приведены дополнительные ссылки и контактная информация обо мне и INFI.